Казанский федеральный университет посетили заведующие кафедрами социально-экономических и гуманитарных наук различных вузов и университетов города Казани. Они побывали в Центре симуляционного и имитационного обучения Института фундаментальной медицины и биологии, а также в Институте психологии и образования. Я, конечно, представляла себе, что мы сейчас сядем в большой аудитории, нам будут что-то говорить. Для меня было неожиданностью и, как оказывается, приятной, что началось наше совещание не с сидения там, и слушания каких-то, а вот с этой вот интересной экскурсии. То есть здесь настолько все на высоком уровне оборудовано, как мы видим, нам все показывают, рассказывают. У меня просто гордость меня распирает за наш город, за то, что есть у нас такие программы, такие вот центры. Такие встречи очень полезны и значимы, ведь в рамках этого происходит знакомство с передовыми технологиями и инновациями в Республике Татарстан. А также обсуждается вопрос участия в этих разработках вузов и университетов. Мероприятие, я считаю, в этом все полезно, почему? Потому что действительно люди должны знать, что творится у соседа. Тем более мы живем в одной республике, так сказать, работаем, в том числе и на республике, не только на свой вуз. И в этом смысле, когда... Ну, знаешь, чем наш сосед, можно говорить о каких-то междисциплинарных вещах, о каких-то взаимодействиях, о каких-то совместных проектах и, так сказать, деятельности совместной. Гости познакомились со структурой Казанского университета, а также обменялись опытом друг с другом. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.